Лето – это пора уборки, и перед ее началом в Кашхабльском районе был проведен традиционный рейд по проверке техники к уборочной эстраде. Его участниками были представители управления сельского хозяйства Гостехнадзора. Они побывали у крупных предпринимателей глав КФХ. Первой точкой стало крестьянско-фермерское хозяйство «Аллея Пшехожева». По словам главного агронома Аскарбия Гаунова, в хозяйстве имеется 5 зерноуборочных комбайнов, 4 Джандира и 1 Дон Акрос. По вывозке зерна из-под комбайнов задействованы будут 5 автомобилей. Готовность к уборке в этом хозяйстве была оценена на 90%. Следующим было крестьянско-фермерское хозяйство Алексея Кушнаренко. У этого предпринимателя обновлена уборочная техника в виде одного нового комбайна «Акрос». И 2 единицы зерноуборочной техники находятся в 100% готовности. Но, к сожалению, в этом году погодные условия внесли некоторые коррективы в предстоящую уборку, говорит хозяин предприятия. П мое имеет 550 гектар на этот год. Из них 200 пшеницы озимой, 80 ячменя, рапс, ну и там еще ячмень, овес, это и кукуруза, все наборы есть. Как бы к уборке уже практически мы готовы, потому что подсолнечники закультивировали, кукурузу, что смогли, закультивировали. Но как вы видите сейчас на кадрах, в каких условиях мы содержим поля. Старались, чтобы все было хорошо, но погодные условия не дают нам. Все подтоплено, процентов 40 полей затоплено, находится в воде. 40% ячменя и пшеницы затоплено. Вода не уходит, находится в лужах. Затопление произошло в связи с обильным вот этим последним осадком, который пришел с каналов, вода повыходила, не успевает впитываться, соединилась с грунтовыми водами и стоит вот не обработать, не зайти. Надеемся, что подсохнет, но уборка будет не то, что тяжелая, а архитяжелая. На сегодняшний день мы как бы энергонасыщенную технику закупили благодаря программам, которые есть сейчас Минсельхоз, там скидки 20%. По этим программам мы приобрели новый комбайн. Надеемся, что будет, он нам поможет убрать в тяжелую минуту, как говорится, урожай. В этом году, как говорится, будет настоящая битва за урожай. Также участники рейда побывали в хозяйстве Зураба Зехова. На сегодняшний день у них имеются 3 дона и 2 приобретены в прошлом году комбайна «Акрос». Дополнительно для имеющейся техники были приобретены жатки для уборки подсолнечника и кукурузы. Готовность техники оценили на 90%. Всего в хозяйстве посеяно 400 гектаров пшеницы, 50 гектаров ячменя, 300 гектаров кукурузы, 200 гектаров подсолнечника и 250 гектаров рапса. По словам главного агронома, имеющаяся техника на 100% сможет обеспечить уборку всех площадей. Итоги рейда подвел заместитель начальника управления сельского хозяйства Айдамерт Хабисимов. Итог по результатам неплохой, готовность техники удовлетворительная, потому что, ну, скажем так, на 90% полностью по району готовы. Уборочной техники на зерновые в полном объеме хватает в районе. Нагрузка на каждый комбайн не так велика. Очень радует, что вы сами вот видели, что обновление уборочной техники идет, вот новые комбайны. Хотелось бы, конечно, чтобы больше наши фермеры приобретали. Ну, получается так вот, каждый год по чуть-чуть, по чуть-чуть. Единственное, у нас еще чуть-чуть вот проблемы с уборкой кукурузы. Ну, фермеры потихоньку приобретают, кто комбайн, кто жатки, и тем не менее привлекаем. А так, недели через две, наверное, начнется официальная уже уборка ячменя. И вы сами сегодня видели, что техника готова, люди готовы, лишь бы погода. Действительно, в этот год будет тяжелый, погодные условия не полностью благоприятные, но тем не менее настрой у фермеров хороший.